Во вторник губернатор Ивановской области выступил на совещании, посвященном развитию туризма в Российской Федерации. На нем Михаил Мень доложил Дмитрию Медведеву о ходе реализации проектов Ивановской области. Уже сложившихся, таких как Плес, и о тех, что еще в проекте. Палих, родина жар-птицы, и Волжская ривьера, Волжского туристического кластера. Премьер-министр поддержал очень важное наше предложение по возможному субсидированию процентной ставки для тех инвесторов, которые работают в отрасли туризма. По аналогии с теми частными компаниями, которые работают в сельском хозяйстве. Поручение такое протокольно дано, а мы очень надеемся на то, что здесь будет определенный сдвиг в положительную сторону.